Ну вот, мы наконец-то добрались. Очень долгий перелет, больше 8 часов. Где мы? Ох, другой конец России. Камчатка. Все-таки добрались. Сейчас быстренько ждем гида своего. Загружаемся. Он нас уже где-то здесь ожидает. И поедем дальше уже. Да? Опять долгая дорога. 200 километров. Уже это не крюк. Да, мы здесь. Там... Ну, вот так у нас начинается, скажем, второй сезон моих видео. В этот раз буду почаще снимать. Попроще стало жить, скажем так, время побольше свободного. И начало у нас такое второго сезона очень даже хорошее, интересное. Приехали на Камчатку, Петропавловск-Камчатский. Отсюда мы пойдем еще 200 километров на запад, на машине доберемся, по грунтовке, по обычной дороге. И в домик. Какой-то домик, потом нас на лодке будут до точки отправлять. Пересечем Камчатку. Пересечем Камчатку. Обратно. Обратно Камчатку. Ну, на запад. Мы домой, короче, возвращаемся. Просто на машине. Да, да, да. Ну. Без самолета. Без самолета. Больно долго получится. Проехали хорошую дорогу по грунтовке, уже километров 40 прошуршали. Первая остановка, горная речушка. Это кто? Вот это и есть. Это нерка? Нет. Кольцы, да? Это Сима. А, Сима. Вот. Сима. А, Сима, ну это все, она уже как бы не рестится, да? Она не рестится уже, да. Естественно, никого нету, а народ, вандал или медведь. Чего? Вот ваш домик будет. Ваше жилье. На ближайшую неделю. Да, на ближайшую неделю. Закрывай дверь, чтобы комары не налетели. А все равно травить же. А у вас спиральки есть. Вон спиральки есть. Они, вот, ну, они вот чашка. И мухи дохнут. Вот спиральку поставил одну. Мне. Кусок, вернее, даже. Сушилка, коптилка. А запах-то, слюна прям поперла. Так, ну что, приняли нас вообще на ура, отлично. Там на базе мы вот там вот тусим.
вышел с базы, ну, просто покидать, посмотреть вообще, что это за приманка, тасманский дьявол, как она работает, приманочка, вот она, вот такая вот, ну, грубо сказать, колебалка, ну, игра у нее там вообще сумасшедшая, скажем. Вот. Пока были в Петропавловске, взял себе палочку, потому что, ну, вести как-то мне не особо удобно было, с учетом того, то, что у меня три пауэрбанка Шереметьево просто забрала с чемодана. С Калининграда пауэрбанки приехали, в Шереметьево их забрали. Печаль. Ну, печаль, ладно, разберемся. Это не страшно. Палка. Взяли палочку. Максимус. Максимус. Ох, в зеркале, наверное, да? Максимус. С тестом 10-40 грамм. Вот. Такая дубовая бревно на самом деле. Ну, не привык. Судак, он, само собой, понятно, там более деликатные снасти, ультра то же самое, еще деликатнее там куда окуня ловить. Вот. Ну, на сегодня, наверное, так сказать, первая серия у нас закончится. И у нас следующее. Мы сегодня посидим. Я там еще вставочки сделаю с нашего стола, потому что у нас есть повар, специальный повар. Будет вкусняшки готовить. Рыбку попробовал, копченая. А, просто вкуснятина. Ну, икра самой, само собой. Это без этого никак. Вот. И что? Сегодня посидим, покушаем, вечерком спать ляжем. Ну, из электричества у нас генератор, пауэрбанки зарядим, все зарядим. Снасти с собой утром берем и поехали. Поехали ловить красную рыбу, красную икру, горбушку. Может, все-таки нам удастся что-то поймать. Вода очень сильно упала, прям очень сильно. Вот там, где я сижу, такой вот островочек, небольшой коса. Эта вся коса была в воде. Ну, и она должна была быть в воде. Ну, вода упала. Упала, походу, на метр. Где-то так. Ничего. Рыбка там где-то. Где-то она там все-таки есть, нас ждет. Надо просто взять и поймать ее. И уж самое интересное у нас будет в следующей серии. Там будет рыбалка. Первая моя красная рыба. Горбуша. Может, кита там. Не знаю. Вообще, по тому, как ребята говорят, здесь кроме красной рыбы нету вообще ничего. Так что мы будем ловить только ее. Коптилочка там у них есть шикарная тоже. Заходишь, слюни прямо аж от запаха сразу нахлестывают. Ну все, супер. Отпуск начинается. Начинаем отдыхать. Мясо? Да. Ну, давай, пусть, да, до кучи. А котлеты с чего? Горбуша? Котлеты с курятины. С курятины? Горбушка. Пусть там фасу наловили. Из этого. Такой скромный обед. Из кастрюли. Из кастрюли. И компот. Котлеты из кастрюли. Супчик с фрикадельками красной рыбы. Тушеная, копченая, кита свежая, соленая, котлеты с горбушей, и чебуреки с горбушей, да, вроде? Конечно, там 40 подарков. В общем, список я ваш получил.